Итак, наш самолет задерживается как минимум на 4 часа. Мы должны были вылететь в 11. Пока что объявили, что вроде бы как в 3 ночи. И нам раздали, ну, есть свои плюсы, нам раздали водичку вот таких маленьких бутылочек. Раздали бесплатную горячую еду. Вот сейчас муж откроет, нам скажет, что тут. Давайте посмотрим. Рис. Мой муж не ест рис, а я вот ем. Мне больше достанется. Это дыги, да, наверное? Да. Дыги. Это такой натуральный йогурт. Я буду есть. А ты будешь есть дыги, да? Да. Гуд, хорошо. Я не ем как раз-таки. Ну, это прям очень много у нас тут риса. Вот. Хорошо. В общем, мы будем надеяться, мы поедим, и, наверное, даже поспать успеем здесь. Кстати, по поводу Гуа обмена валют. В аэропорту есть обмен валют. В общем, можете поменять рубли на рупии и рупии на рубли. Но скажу честно, выгоднее менять у нас в России доллар дешевле, чем в Индии. То есть выгоднее покупать доллары в России и менять доллары уже на рупии. Но если у вас остались рупии, то очень выгодно менять рупии на рубли. То есть если вы продаете рупии, это будет 1 рупий 85 копеек рублей. То есть, соответственно, 100 рупий получается 85 рублей. То есть это очень выгодно, выгоднее, чем наоборот в доллары, а потом в доллары на рубли, чтобы вы имели в виду. Но если вдруг вы решите купить в аэропорту, я не знаю, по каким причинам вы не смогли поменять доллары, но вдруг вы хотите поменять рубли на рупии, то 1 рубль равняется 1 рупию 30 песо. То есть как бы очень тоже выгодно. Можете менять и так. Вот, хотя... Да, это выгодно на самом деле, даже, ну, может быть, даже одинаково с долларом, не знаю, но я посчитала, мне выходило дешевле, выгоднее в долларах. Ну, в общем, вот так. То есть на Гуа такой. И есть в аэропорту Мумбаи тоже обмен валют. Кстати, как вкусно? Да. Что это, рис? Да. И? Чуть-чуть карри. И чуть-чуть карри. Здесь. Ну, в общем... Да, еда, конечно, не ресторанная, но мы будем кушать. Нам приятного аппетита. Спасибо.